Всем привет, это канал Queen Surprise. Сегодня у нас обзор новинки Kids Box «Морские обитатели». Откроем с вами целый блок из 16 сюрпризов. Обязательно досмотри видео до конца, будет интересно. И не забудь подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Кто любит морских обитателей, ставь лайк и поехали! У этих яичек две обложки, две рыбки. Мы совершенно не знаем, что там за игрушки, сколько их в коллекции, 10 или может быть всего 4. Вот с вами сейчас и посмотрим, какие там сюрпризики. Производитель обещает нам полезную вкусняшку с пребиотиком. Такая вот вкусняшка здесь. Так. Ой, какая-то рыбка. Да, рыбка. Ух ты. Вот такая большая коллекция. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 рыбок в коллекции. А, здесь рыбки в коллекции реально существующих рыбок в природе. И вот нам попалась вымпельная рыба-бабочка. У нас плоское тело, удлиненный спиной плавник, похожий на вымпел. Мы обитаем в Индийском Тихом океане, в Красном море и не только. Даже информация про них какая-то интересна. Вот такая вот рыбка. Прям идентично вкладышу. Ой, тут у нас плавник загнулся. И поплывал. Следующий сюрпризик. Новенькая, да. Интересно, у нас соберется коллекция сегодня? Хочется собрать всех рыбок. Желтая длиннорылая рыба-бабочка. Тоже рыба-бабочка. Длинным носиком нам очень удобно добывать пищу среди расщелин коралловых рифов. Нас можно увидеть в Красном море и не только. Вот такая вот рыба. Рыбка-бабочка. Да, длинный у нее носик. Мордочка, точнее. Эта рыбка неплохо прокрашенная. Дальше. Так, вот тут, я так понимаю, все они так позаклеили. Что можно руки поломать. Новенькая. Рыба-бабочка. Сейчас проверим, кто это. Цихлида чернополосая. Из-за окраса нас называют зебрами. Мы считаемся одними из самых умных рыбок. Обитаем в водах Южной Америки. Ничего себе. Самая умная рыбка. Ну, одна из самых. Рыбки, конечно, все такие красочные. Ну, я тоже поплыла. Дальше. О, повторочка первая. Дальше. Здесь мы соберем сегодня коллекцию. Так, у нас это есть? Или это новенькое? Нет, это новенькое. Это повторочка. Так, что-то мне не нравится это. Что-то повторки прямо не пошли. О, новенькая. Нас так назвали из-за колючих шипов на спине. Когда опасно, мы их поднимаем. В спокойном состоянии они спрятаны. Обитаем в теплых морях. Ой, какая рыбка красивая. Хотя они все такие яркие, красивые.
Я вот заметила, что одна сторона лучше прокрашена, чем другая, видимо, на которой вот они лежали где-то до того, как их расфасовали по яичкам. Видите, немножко полосочки постирались. И это у каждой рыбки присутствует. Вот это, видите, лучшая сторона, а это такая подгулявшая с окрашиванием. Рот открыла. Голодная, что ли? Не, я не голодная. Следующее. О, новенькая. Рыба-хирург. Мы так названы из-за острых шипов для самозащиты. Обитаем в тропических морях вблизи коралловых рифов. Такая вот рыбка. И сначала подумала, она из тех рыбок, которые, знаете, у больших рыб объедает всяких там, кто к ним прицепляется под водой. А она нет, она просто это для самозащиты у нее. Прям нравится, что они такие познавательные, что реально такие рыбки плавают в наших морях и океанах. Следующее яичко. Так, есть такая у нас? Не, новенькая. Это, конечно, то, что их скотчем обмотали вкладыш. Рядом просто бы положили и все. Рыба-попугай обитает в коралловых рифах. Нас легко заметить из-за яркой разноцветной окраски и крупных размеров. Наши челюсти по форме напоминают клюв попугая. Такая рыбка. Мне кажется, ли они ей глаза забыли раскрасить? Явно забыли. Яркая разноцветная окраска. Ну, прям только у нее, ага. Здесь, по-моему, все рыбки яркой окраски. Следующее. Яичко. Повторка. Попалась повторочка, рыба-попугая, у нее тоже глазки не прокрашенные. Всем рыбам-попугаям они решили глаза не раскрашивать. Точнее, зрачок им не делать. О, новенькая. Рыба-клоун. Мы получили название из-за оригинальной окраски, похожей на грим циркачей. Обитаем в Тихом и Индийском океане. Ну, конечно, оригинальная окраска прям только у этой рыбки. По-моему, они все с оригинальной окраской. Она уже как будто бы плывет куда-то, немножко такая изогнутая. Тоже красивая рыбка. Нам осталось еще 4 рыбки, чтобы коллекцию собрать. Можем себе позволить только одну повторку, чтобы собрать коллекцию. Так, у нас такая есть? Нету. Нету? Да. О, новенькая, это классно. Бабочка-пинцет. Мы слегка напоминаем бабочек. Еще у нас заостренный носик, как пинцет. Обитаем в Индийском океане и не только. Вот такая вот рыбка-бабочка-пинцет. Названия такие оригинальные. Красивая. Следующее. Так, у нас такая есть? Нету. Нету.
Центропик огненный, мы яркие, как пламя, иногда нас называют огненными ангелами. Обитаем в водах Индийского океана. Вот такая вот ярко-оранжевая рыбка. С небольшими такими синими и черными полосочками. Тоже красивучая. Следующая. Две рыбки осталось. Так, повторочка, да? Так, по-моему, у нас такой нету, да? Нету. Нам попался сиамский тигровый окунь. Мы настоящие тигры подводного мира. Легко маскируемся и быстро плаваем. Обитаем в пресных и слабосоленых водах Юго-Восточной Азии. Вот такой вот окунь нам попался. Заморский, я бы сказала, окунь. Тоже яркий. Нам не хватает, чтобы собрать коллекцию вот этой рыбки, эритрейская рыба-бабочка. И одно яйцо осталось. Ну, посмотрим. Так, желтый хвост. И... не пойму. Такая есть уже, к сожалению. Вот так вот. Вот так вот из целого блока нам не попалась одна рыбка. Это повторочка нам попалась. Бабочка-пинцет. Вот такой улов из рыбок нам попался. Не хватило одной рыбки, чтобы собрать коллекцию. Игрушки неплохие, даже стоят без подставки. Мне больше всего понравилась цихрида чернополосая, сиамский тигровый окунь, рыба-хирург и желтая длиннорылая рыба-бабочка. А как вам эта коллекция? Понравилась или не очень? Напишите в комментариях. Если вам понравился наш ролик, поставьте лайк и не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале Queen Surprise. Всем до новых встреч! Пока-пока!